Доброго дня усім! Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Ситуація з коронавірусом хвилює сьогодні майже усіх, і ми спробуємо детальніше розібратися з ситуацією, яка склалася в Україні. Допоможе нам у цьому Андрій Осадчий, лікар-інфекціоніст, магістр медицини. Рада вас бачити, пане Андрію. Насправді ж, перше і таке хвилююче питання, що відбувається зараз в Україні? Вже з усіх боків ми чуємо інформацію, вона, в принципі, різниця. З одних джерел вона одна, з інших трошки інакша. Хотілося б дізнатися, насправді, вашу думку. Ви, як лікар-інфекціоніст, що можете сказати з цього приводу? Давайте спочатку обратимося к офіційним цифрам, які обновляються фактично зараз дважды в сутки. На сьогоднішній день, по состоянию на 10 утра, Центр громадського здоров'я МОЗ і, відповідно, МОЗ дає цифру 669 случаев, 17 летальных исходов и 10 выздоровевших. Это по Украине. По имеющимся тенденциям в мире количество зараженных приближается к 1 миллиону. Если будет тенденция сохраняться такая же, то к концу недели мы будем иметь 1 миллион зараженных в мире. По каждой стране ситуации разные и, соответственно, и цифры разные. Насправді так, ситуація дуже, кожен день вона змінюється, дуже багато людей захворіло, така пандемія в усьому світі, але в одній країні вона розвивається так, в іншій країні інакше. І ми можемо одразу побачити, наприклад, Японія це так відбувається, там в Італії інакше, в Україні ще інакше. І тут хотілося б дізнатися, чи справді цей вірус мутує, чи він просто один і той же, але згідно з тих умов, в яких живуть люди, наприклад, згідно з того, як вони, який імунітет мають, можливо, вони інакше тому і сприймають цей вірус. Так? Чи від чого це залежить? Чому в різних країнах по-різному? На самом деле, я так понимаю, что все-таки больше мы сейчас смотрим и говорим о показателях смертности. И смертность, и протекание самой хвороби, так. То есть тут много разных показателей можно разглядать, стосовно разных стран. Здесь есть очень много моментов, на которые стоило бы обратить внимание. Если сравнивать такие страны, как вот Италия, Испания, которые сейчас очень на слуху, и названные вами Германию и Японию, здесь, к примеру, очень большую роль играют поведенческие моменты. К примеру, итальянцы и испанцы, как и любые южане, они очень эмоциональны, очень активны, они очень общительны, они очень семейственны. Это хорошо, но в условиях эпидемии, да, и в условиях пандемии это играет очень негативную роль, потому что в процессе общения они активно жестикулируют, они при встрече обнимаются, целуются, они часто ходят в гости, они часто, приходя в домой, либо в гости, не снимают обувь. Как вы понимаете, происходит более тесный и плотный контакт и намного, как результат, намного больше заболевших. Немцы и японцы совершенно другая ситуация. Японцы, в принципе, вспомните японское приветствие, когда они ведут друг другу. И далее один вид кланяются, одного, да, они очень уважают личное близко. Пространство. То же самое относится к Германии. Немцы говорили, говорят, закон есть закон, Ordnung ist Ordnung, и если им сказали сидеть дома и не выходить, и соблюдать какие-то правила личной гигиены, очень жестко, то они их соблюдают. То же самое относится и к Японии. В Японии, в принципе, есть такое понятие, как мизофобия, боязнь микробов. То есть у них это изначально, можно сказать, где-то и на генетическом уровне. Они очень-очень тщательно следят за правилами личной гигиены. Естественно, это не может положительно сказываться на количестве заразившихся и количестве летальных исходов. Далее, опять же, возникает вопрос. Страны с развитой медициной все перечисленные. Испания, Италия и Германия находятся очень близко. Япония, правда, подальше. Но почему в странах с высоким уровнем медицины такие разные показатели смертности? На мой взгляд, это может быть связано и с тем, что разные критерии к тому, как считают эту смертность. Есть такая прекрасная фраза по поводу статистических данных. Есть ложь, есть большая ложь. А есть статистика, особенно сейчас в условиях, когда мы столкнулись с новой инфекцией, которая, в общем-то,
никто досконально не знает и буквально с колес идет изучение, то, возможно, когда будут унифицированы процессы статистические, тогда будут более явные данные. То есть я не исключаю момента, когда, допустим, всем умершим делается тест на коронавирус, вне зависимости от причин смерти, естественно, если выявляется положительный результат, то они автоматически попадают в число умерших от коронавируса. Но в данном случае это мое предположение, более достоверные цифры мы уже будем видеть потом, когда буде детальний аналіз ВОЗ. Якщо говорити про Україну, то теж такі міри, засоби, які зараз є, і заходи, це найперше, це люди повинні сидіти вдома, не виходити в парках з сьогоднішнього, з 3-го числа вже не можна буде гуляти. Тобто, насправді є ті заходи запобіжні, які допоможуть людям не розносити цю інфекцію, не розносити вірус. Чи потрібно так жорстко приймати таке все, так? Чи можливо, можна було б трошки пом'якшити, як на ваш погляд? Давайте ще розберемося, для чого вводиться карантин. Карантин вводиться для того, щоб розтягнути пік заболіваємості во времени. Щоб не случилась ситуація, коли одновременно в больниці поступає велике кількість людей, і велике настільки, що просто медицина не може справитися, не може оказати допомогу всім поступившим одразу. Поэтому карантин необходим. Но в любом случае, в поведении людей и так далее, главное не вдаваться в крайности. То есть я категорически против паники, потому что паника очень негативно сказывается на состоянии здоровья. Паника – это стресс, а с учетом того, что карантин длительный, довольно длительный стресс. Длительный стресс негативно влияет на иммунитет, и человек становится восприимчив к любым заболеваниям, происходит обострение хронических заболеваний и так далее. В то же время не нужно отрицать наличие этой проблемы, есть заболевания, есть серьезные заболевания, поэтому пренебрегать введенными мерами карантина ни в коем случае не стоит. Нужно тщательно соблюдать правила личной гигиены, выполнять рекомендации, которые дают доктора, которые дает Министерство здравоохранения, которые дает Всемирная организация здравоохранения. То есть нужно действовать разумно. Плюс ко всему, когда человек паникует, еще если вернуться к панике, он совершает много необдуманных действий, в течение которых он как раз и может совершить ошибки, которые могут привести к заражению. Ну, насправді, люди довго вже сидять вдома і ще будуть сидіти аж до 24 числа. Так, насправді, якщо люди нічим не зайняті, якщо вони постійно сидять вдома і дивляться серіали, я не знаю, там, ну, чим займаються, хто чим, так? Але насправді це незвична для них робота, незвична в тому випадку, коли людина не розуміє взагалі, що відбувається, і не знає, чи вона може захворіти сьогодні, завтра, так, чи не може. Тобто, насправді, тут змішано вже багато чого. І такі випадки, коли люди між собою вже не знаходять спільної мови, теж вони є. Тому треба якось, можливо, деколи хоча б виходити на вулицю. От як ви, на ваш погляд, як лікаря, як ви вважаєте, чи може ж якось ультрафіолет треба отримувати, я не знаю, там, дихати повітрям трошки хоча б? Это вообще полезно. Более того, проветривать, как рекомендуется при любых других вирусных инфекциях, проветривать квартиры, если есть возможность такая, чтобы не продуло, открывать окна нужно. Выходить на улицу, на мой взгляд, хотя бы недалеко, тоже нужно. Но не надо собираться всей семьей или всем подъездом и бурно обсуждать ситуацию. То есть чем меньше группы людей это делают, то есть 1-2 человека или там выйти с ребенком недалеко, это вполне уместно. Но ни в коем случае не стоит, как говорит уважаемый Евгений Олегович Комаровский, путать карантин с каникулами. Не надо тусоваться на детских площадках большими группами детей, не надо обниматься со всеми, целоваться и жарить шашлык, передавая друг другу там стакан с чем-то приятным. То есть меры карантина
нужно соблюдать. Ну, ви знаєте, я сьогодні от зустріла одну жіночку похилого віку, вона мені розповідала, що поїхала на ринок, їде на ринок. Я їй кажу, так зараз карантин і закритий ринок. А вона мені каже, мені треба пересвідчитись, розумієте? У віці жіночка і ось так, ну, тобто, я розумію, що сидіти вдома, мабуть, вже набридло. Хочеться кудись поїхати, хочеться вже по своїм справам піти, але ж є час, є ті міри запобіжні, якими не потрібно нехтувати, насправді. Хоча би трошки. І ще. З приводу того, кому треба носити маски і чи потрібно їх носити на вулиці? Є дуже чітка рекомендація Всемирної організації здравоохранения, ісходя із якої слідує, що маски повинні носити або люди, у яких є симптоми вірусних інфекцій, або люди, які осуществляють в домашніх умовах уход за людьми, у которых есть вирусная инфекция, в том числе подозрение на коронавирус, или медработники и работники там, специальных служб коммунальных и так далее, которые находятся в плотном профессиональном контакте с людьми в закрытых помещениях. На улице носить маски совершенно нет никакой необходимости, потому что, в общем-то, это помимо того, что бессмысленно, это еще имеет и негативные последствия, потому что, особенно сейчас, разница температуры тела и окружающей среды такова, что под маской быстро образуется конденсат, образуется переохлаждение зоны губ и носа, и это как раз снижает иммунный ответ и облегчает возможность вирусам попасть в организм. Поэтому от маски потрібно носити от таким образом. Ну, це якщо медична звичайна марлова, так? Насправді кажуть, що вона мало захистить вас від вірусу, якщо ви будете дійсно контактувати з тією людиною, якої вже є інфекція, і вже є вірус, так? То потрібні більш кращі методи захисту. Тобто ось ця звичайна марлова, вона менше захищає. Які маски ви рекомендуєте? Насправді. Ну, цієї достатньо, на ваш погляд, чи ні? При учете и с учетом мытья рук дополнительного, с учетом того, что маска, вот если одноразовая медицинская, она по стандартному ВОЗ может использоваться только один раз, то этого достаточно. Сейчас возникает ситуация, когда люди, опять же, следуя панике, поддаются таким настроениям, и происходит ажиотаж, и кто-то, в общем-то, продает респираторы и прочее по невероятно завышенным ценам, кто-то накупает их ящиками, в этом нет необходимости. Если маски будут носить те, кто должен, и если их будет одевать только при условиях, названных вот ранее, то этого достаточно. Багато хто з людей зараз виходить з дому лише для того, щоб купити продукти, так, і назад повертається. В супермаркеті ось те скупчення людей, яке ми всі боїмось. От саме там вони всі знаходяться. Ну, я маю на увазі, що це ті місця, де зараз можна побачити багато людей. Ринки, ну, є у нас відкриті ринки, на яких можна купити продукти. Теж на вході пропонують маски, міряють температуру. Тобто, в принципі, теж можна. Це безпечно. Як ви думаєте, чи обрати собі ринок, так, для того, щоб купувати продукти, чи можна ходити в супермаркет і якось себе захистити? Я не знаю, там теж. На мой взгляд, все зависит от возможностей и целей. Возможности, то есть, если у вас рядом есть супермаркет, и вы можете выбрать время, когда все-таки там поменьше людей, и пойти туда, избегая транспорта, избегая каких-то длительных, в общем-то, перемещений и так далее, то супермаркет – это вариант. Но при учете, что в супермаркете соблюдаются все условия правил безопасности в этом плане. То есть супермаркет действительно, в чем я вижу проблему супермаркетов? Это скопление людей, это не всегда проветриваемые помещения и не факт, что постоянно проветривают. Это то, что не все люди в перчатках делают покупки, они трогают товар, а соответственно, если мы купили что-нибудь, то, что потрогал до этого человек, который инфицирован коронавирусом, да, или просто у него на руках уже есть коронавирус, и мы это не обработали, съели, мы можем таким образом получить коронавирус. То есть
Здесь еще вопрос, насколько фасованные продукты, да, которых больше в супермаркетах, насколько часто их обрабатывают антисептиками, протирают, насколько часто обрабатывают ручки тележек, ручки корзин и прочее. Поэтому вопросов очень много. Конечно, в плане проветриваемости и в плане доступа ультрафиолета, и в плане скопления народа при правильной организации ринок – це варіант хороший. Угу. Пане Андрію, справді зараз багато хто говорить про те, що бактеріологічна зброя – ось саме цей вірус. Ну, є такі думки, і люди багато чого зараз говорять, насправді. Але ж ви як фахівець, от, чи можете ви пояснити, роз'яснити саме те, що говорять? На мой взгляд, коронавирус – це ніяк не біологічне, не бактеріологічне оружие, тому що если бы кто-то хотел получить эффект, то существует множество намного более сильных и опасных инфекций. И не буду их перечислять, они как бы и так понятны. Вот, поэтому, на мой взгляд, коронавирус – это то, что мы получили, в общем-то, естественным путем. Угу. Це, ну, але ж міг бути інший вид, так, грипу. Ми всі пам'ятаємо пташиний грип, конечно, так, H1N1, так, коронавірус. Тобто, насправді, їх дуже багато. И, кстати, по крайней мере, вот по ситуации на сегодня, вот у названных вами типов гриппа летальность была значительно выше. Ну, це в світі ви маєте на увазі, чи взагалі, взагалі від того вірусу? В цілому в мірі. Угу. Просто чому тоді на цей вірус так звернули увагу? Чому тоді так не говорили про ті, які були ще в той час раніше? Я думаю, що зараз це ще зв'язано з тим, що вірус дійсно новий. С ним не сталкивались, и большую обеспокоенность вызывает то, что практически ни у кого, точнее, не практически, а ни у кого фактически нет от него иммунитета и нет конкретного какого-то препарата, который доказано эффективно влияет на этот вирус. Поэтому, конечно, это вызывает серьезную обеспокоенность. Пане Андрію, ну, наостанок хочеться почути від вас рекомендації, як від лікаря, як фахівця, що ж робити людям, особливо тим, які відчули себе, можливо, хворими, так, можливо, там температура підвищується, чи є кашель, що робити у такому випадку, чи підійдуть ті домашні засоби, які є, там, ультрафіолетова лампа, наприклад, так, синя лампа, чи може там їсти часник, я не знаю, там, себе якось підтримувати і свій иммунитет полепшивать? Чи есть сейчас такие возможности у людей в дома? Давайте начнем сразу с того, что не будет работать. В солярии бежать не надо, ультрафиолет в солярии не работает. Синяя лампа и чеснок тоже от коронавируса не спасает. Теперь что делать? Первое, это то, с чего я начинал, не паниковать. Сейчас переменчивая погода, много вирусных инфекций, хотя из-за карантина их количество упало, и все равно с большой вероятностью у вас может быть вирусная инфекция. Но вам необходимо сообщить вашему врачу о имеющейся ситуации. Не надо бежать на работу, не надо совершать геройство. То есть, если вы работаете, лучше побыть дома, уведомить врача. Особенное внимание следует обратить на то, что если вы вдруг за последние несколько недель вернулись из-за границы, там, где была вспышка, или контактировали с людьми, которые вернулись. Дальше вам надо адекватно оценивать свое состояние. И вот есть признаки, когда вам необходимо немедленно связаться к врачу, с врачом и получить медицинскую помощь. Первое – это когда температура тела выше 39 и не сбивается. Второе – это когда вы чувствуете явные проблемы с дыханием, то есть одышка в покое, вы чувствуете затрудненность дыхания. Далее, когда у вас, вы чувствуете, что у вас есть некое помутнение сознания или кто-то из окружающих видит, что вы стали более заторможенным или там не реагируете и так далее. И третье, когда у вас есть, и четвертое, извините, когда у вас есть слабость, высокая температура в сочетании с диареей. Пока вот это вот те четыре повода, с которыми вам нужно немедленно связаться еще раз с врачом и уведомить о таком состоянии. На літо які прогнози? Чи буде він таким же, але трошки, можливо, кажуть, знаєте, як температура, якщо підвищиться, так, температура повітря, то можливо і можна так, таким чином перемогти цей вірус. Чи це правда? Я думаю, що мощний ультрафіолет, а у нас в Україні літом достатньо тепло і жарко, в общем-то, буде положительно воздействовать, то есть вірус намного менше буде сохраняться на поверхностях.
А еще раз подчеркну, вирус не летает. То есть, чтобы заразиться, надо, чтобы микрочастицы жидкости больного человека попали к вам, либо вы просто дотронулись до поверхности, где был вирус, и потрогали там рот, нос, слизистые, и попало внутрь, потому что через неповрежденную кожу вирус не проникает. Поэтому ультрафиолет будет воздействовать положительно в плане снижения заболеваемости. Плюс летом легче будет проветривать и так далее. Но если будут закупорены окна, если будут работать только кондиционеры, то конечно, эффект будет снижен. Но очень надеемся, есть основания предполагать, что к лету ситуация улучшится. Покращиться в Україні. Да, да. Так, я дуже там на це теж сподіваюся. Дуже вам дякую, пане Андрію, що прийшли сьогодні до нашої студії. Справді, багато розвіяли різних сумнівів, які були, і на усі питання відповіли. Я так сподіваюся, що ми будемо чекати літа вже, і зараз будемо тримати себе в тих рамках, які зараз є на сьогодні, визначено. І, звісно ж, хочеться, щоб ми всі були здоровими. Дякую дуже вам, а зустрінемось з вами вже за декілька хвилин. Дякую.